мы сейчас на дне дождевого ручья, ну, слава богу, без дождя и без воды. Здесь расположилось дерево какао-бобов. Их достаточно много, вот здесь они все полностью видны. А один из них я нашел абсолютно спелый. Эти какао-бобы, они белые. Мы собираем их в ящик. А потом, примерно через неделю, раскладываем их на солнце, чтобы они сушились. Затем разводим огонь, чтобы они окончательно высушились. Так они становятся коричневыми. И отвозим их, чтобы из них сделали масло или шоколад. Местные жители хорошо знают, как сделать какао по-настоящему вкусным.